Конструкция данных ворот довольно простая. Единственное, что пришлось заморочиться, сделать ролики из подшипников. Подшипник 12х27. В середине я сделал просто проточку болгаркой. Желобок для троса. И все отлично работает. Леруашный, но это просто какой-то детский конструктор. Не пойдет абсолютно. Трос от противовеса через ролик уходит вниз. Снизу механизм выглядит так вот. Два подшипника. Гайка на 12, в ней тоже проточка под трос, чтобы она не убегала. Закрепляется трос, 40-й уголок, пластина 20-ка. Пластина 20-я мало, надо его побольше, чтобы туда не убегал ролик. Сверху 40-й уголок. Туда-сюда, оно не убежит и не свалится. А по деньгам это рублей 15, все. Металла 1009, подшипников 1500, утеплитель. И еще с внешней стороны надо будет делать рамку с уплотнителем. Если такие ворота интересны, пиши на мой YouTube, Сибирский технарь, ссылку в профиле ТикТока. Пиши на YouTube, я сниму видосик, хотя пару человек напишет, я сниму подробный видос.